Стальной и алюминиевые бруски одинаковых размеров находятся при температуре 0 градусов по Цельсию. Для плавления какого из них необходимо большее количество теплоты? Во сколько раз? Для начала запишем дано. Объем стального бруска равен объему алюминиевого бруска. Начальная температура брусков 0 градусов по Цельсию. Температура плавления стали равна 1400 градусов по Цельсию. Температура плавления алюминия равна 660 градусов по Цельсию. Удельная теплоемкость стали равна 460 джоуль на килограмм градус Цельсия. Удельная теплоемкость алюминия равна 880 джоуль на килограмм градус Цельсия. Удельная теплота плавления стали равна 82 на 10 в третьей джоуль на килограмм. Удельная теплота плавления алюминия равна 38 на 10 в четвертой джоуль на килограмм. Плотность стали равна 7800 килограмм на метр в кубе. Плотность алюминия равна 2700 килограмм на метр в кубе. Найти отношение количества тепла стали к количеству тепла алюминия. Напишем формулу количества тепла при нагревании. Q равняется удельной теплоемкости вещества на массу вещества на изменение температуры, дельта Т. Напишем формулу количества тепла при плавлении. Q равняется удельная теплота вещества на массу вещества. Эти формулы нужно знать. Рассмотрим количество тепла, которое необходимо для плавления стали. Q стали будет равняться Q нагревания стали плюс Q плавления стали. Q нагревания стали будет равняться удельная теплоемкость стали умножить на массу стали и на изменение температуры. Т плавления стали минус Т начальное. Q плавления стали будет равняться удельная теплота плавления стали на массу стали. Подставим наше Q нагревания стали и Q плавления стали в ранее написанное выражение для Q стали. Тогда Q стали будет равняться. Вместо количества тепла по нагреванию стали пишем удельная теплоемкость стали на массу стали на изменение температуры. Т плавления стали минус Т начальное стали. Плюс количество тепла при плавлении. Удельная теплота плавления стали на массу стали. Заметим, что в правой части мы можем вынести общий множитель массу стали. Вынесем. Тогда Q стали будет равняться масса стали умножить на скобку. От первого слагаемого остается удельная теплоемкость стали, умноженная на скобку. Т плавления стали минус Т начальное. А от второго слагаемого остается удельная теплота плавления стали. Массу стали можно записать как плотность стали умножить на объем стали. Подставим нашу массу стали в ранее написанное выражение для количества тепла для стали. Тогда Q стали будет равняться. Вместо массы пишем плотность стали умножить на объем стали. Все это умножить на скобку. Удельная теплоемкость стали умножить на разницу температур. Температура плавления минус начальная температура. И плюс удельная теплота плавления стали. Рассмотрим количество тепла, которое необходимо для плавления алюминия. Q алюминия будет равняться Q нагревания алюминия до температуры плавления и плюс Q плавления алюминия. Q нагревания алюминия будет равняться удельная теплоемкость алюминия умножить на массу алюминия и умножить на изменение температуры. Т плавления алюминия минус Т начальное. Q плавления алюминия будет равняться удельная теплота плавления на массу алюминия. Соберем все воедино. Подставим наше Q нагревания и Q плавления в количество тепла для алюминия. Тогда у нас получается, что Q алюминия будет равняться. Вместо Q нагревания мы пишем удельную теплоемкость алюминия на массу алюминия на изменение температуры. Т плавление алюминия минус Т начальное алюминия. Плюс Q плавление алюминия. Это удельная теплота плавления алюминия на массу алюминия. Вынесем общий множитель массу алюминия. Тогда у нас получается Q алюминия будет равняться масса алюминия умножить на скобку. От первого слагаемого остается удельная теплоемкость алюминия, умноженная на скобку. Т плавление алюминия минус Т начальное алюминия. А от второго слагаемого остается плюс удельная теплота плавления алюминия.
Масса алюминия можно расписать как плотность алюминия умножить на объем алюминия. Подставим нашу массу в ранее написанное выражение для Q алюминия. Тогда у нас получается, что Q алюминия будет равняться. Вместо массы алюминия мы пишем плотность алюминия умножить на объем алюминия. Все это умноженное на скобку. Удельная теплоемкость алюминия на разницу температур. Т алюминия минус Т начальная. Плюс удельная теплота плавления алюминия. Найдем отношение количества тепла, которое необходимо для плавления стали, количество тепла, которое необходимо для плавления алюминия. Тогда у нас получается Q стали на Q алюминия будет равняться. Q стали мы ранее нашли. Это плотность стали умножить на объем стали, умноженное на скобку. Т плавление стали минус Т начальное. Плюс удельная теплота плавления стали. Знаменатель. Плотность алюминия на объем алюминия, умноженная на скобку. Удельная теплоемкость алюминия, умноженная на скобку. Температура плавления алюминия минус Т начальная. Плюс удельная теплота плавления алюминия. Заметим, что мы можем сократить объем стали и объем алюминия, так как по условию они одинаковые. Тогда у нас получается Q стали на Q алюминия будет равняться плотность стали, умноженная на скобку. Удельная теплоемкость стали на изменение температуры. Т стали минус Т начальная. Плюс удельная теплота плавления стали. Знаменатель. Плотность алюминия, умноженная на скобку. Удельная теплоемкость алюминия на изменение температуры. Т плавление алюминия минус Т начальная. И плюс удельная теплота плавления алюминия. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Тогда у нас получается Q стали на Q алюминия будет равняться. Вот стали 7600. Посчитав, получаем, что Q стали на Q алюминия будет равняться 2,2. Запишем ответ. Q стали на Q алюминия равняется 2,2. Отсюда мы можем сделать следующий вывод, что количество тепла, необходимое для плавления стали, в 2,2 раза больше, чем количество тепла, которое необходимо для плавления алюминия. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.